Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 85-м году ушел из жизни российский военачальник, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 1992-1997 годах генерал-полковник Федор Ладыгин. Он умер после продолжительной болезни. Федор Иванович Ладыгин родился 10 марта 1937 года в селе Мазикино Карачанского района, ныне Белгородской области. В 1959 году окончил военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского. Также окончил высшие академические курсы руководящего состава при военной академии Генерального штаба Воскресенье СССР. С 1959 служил в строевых частях, затем в НИИ РВСН. В 1964-1973 сотрудник НИИ 4 Министерства обороны СССР. В 1973 году начал службу старшим офицером в ГРУ СССР. В 1989-1990 начальник информационного управления ГРУ СССР. В 1990-1992 начальник договорно-правового управления Генерального штаба. В сентябре 1992 года был назначен начальником ГРУ ГШ, в мае 1997 года был освобожден от занимаемой должности в связи с увольнением в запас. Вице-президент Союза ветеранов военной разведки. Член экспертного совета Комитета Совета Федерации по международным делам. В ноябре 1999 выдвигался в депутаты Государственной Думы третьего созыва по Новооскольскому избирательному округу как независимый кандидат. Выборы проиграл. Скончался 11 декабря 2021 года. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.